Осторожно, движение небезопасно. Тульский подрядчик, проводя ремонт дорожной сети «Орла» по улице Революции, забыл попросту обозначить ограждением открытые люки. В результате произошло то, что следовало ожидать. В капкан дорожного люка попался водитель автомобиля «Рено». Как уже выше было упомянуто, это не первый аварийный случай в течение недели. На этот счет в управлении коммунального хозяйства «Орла» рапортуют о том, что ответственность за происходящее на участке, а также качество дорожных работ ложится на плечи подрядчика. Получилось так, что ограждения, может быть, были украдены, может быть, были не поставлены подрядной организации, забыли поставить. Но в настоящее время обратили внимание на это, написали предписание. То есть подрядная организация была предписана устранить в кратчайшие сроки. В настоящее время ограждения все установлены, то есть все люки огорожены, как положено. Мы вернемся к этой теме в следующих выпусках главных новостей.